Всем привет, ребят, вы на канале Brothers and Universal. Конечно, извините, то, что целый месяц не выходили видео, ну, на то были причины. Значит, у меня очень потрясающая новость. Конечно, чемпионат мира уже закончился, и выиграли его французы, хотя я болел за хорватов, если честно. В общем, но я как раз-таки попал на Хорватию в 1/4 финала. Ну, вы слышали, да, Adidas разыгрывал конкурс на то, кто из детей будет носить флаг FIFA. В Инстаграм нужно было выложить фотографию футбольной тематики и моя, ну, и футбольную историю свою. Ну, значит, я выиграл и поехал на матч. Ну, в общем, сначала должен был ехать на Корея-Мексика, но так как день рождения у меня 3 июля, а там только с 12 лет берут, мне предложили на 1/4 в Сочи поехать. И, значит, я поехал на 1/4 на матч Россия-Хорватия. Вот, ну, значит, и я еще больше обрадовался, конечно. Значит, подарили нам там... Ну, давайте сначала все по порядку. Подарили, я потом расскажу, что. И обзор сделаю. Но я не обещаю, да, что завтра... Завтра я постараюсь выпустить 2 видео, но посмотрим. Возможно, завтра 1 видео будет. Значит... Все было так. Ну, значит, мы приехали, все. Нам раздали наши формы. Ну, там, значит, в форму ходили гетры, бутсы, самая новая Adidas, шорты, футболки, такие синие кепки. Ну, плюс еще подарили тренировочное такое, ну, в которых мы тренировались выносить флаг. То есть тоже там подарили белые пары, ну, пару гетр белых. Шорты, ну все адидасовое, и майка такая огромная, не знаю почему они дали такие большие майки. Вот. И сначала нам объяснили, что надо делать. Потом там мы в фиште в самом, мы играли в фифу, значит, очень долго, но нам просто объяснили, а потом мы начали, ну, мы уже тренировались как бы 4 раза, вот, вот эта церемония, да, перед выходом, ее мы репетировали 4 раза, выносить этот флаг надо. И, значит, я выносил флаг, то есть который, получается, ну вот я от вас показываю, то есть вот, да, 2 синих флага. На одном написано FIFA, его держала Ванда, то есть, ну, спонсор, да, а мы, Adidas, держали вот этот флаг, там, где написано Living Football FIFA. И, значит, я стоял вот самый, вот я надеюсь, вам видно, да, то есть вот мы стоим, и я стою, ну, вернее, сижу вот, то есть не справа, а самый, вот, самый левый. Вот, самый левый, вот, сижу тут. Вот я там сидел, держал флаг. Значит, потом... И плюс еще все эти комплекты, ну, все эти формы, все... Ну, там еще рюкзак подарили. В общем, всю эту форму нам дарят в подарок. Вот. И потом возможность посмотреть на матч, ну, посмотреть матч с трибун. Конечно, я очень доволен вообще, ну... Это эмоции просто непередаваемые. Там все боялись, конечно, все трусились. Я, конечно, тоже переживал, но не так сильно вообще. Да, переживал, конечно. Главное, что все правильно сделали мы, и все так все хорошо, вообще отлично. Эмоции просто переполняли. Я успел пожать руку Смолову, который, к сожалению, нашу команду подвел. Ну, как говорят, у него там травма была, но Смолов подвел нашу команду, да, я согласен. И 2 Миранчукам, Алексею и Антону, я тоже успел пожать руку. Ну так. Ну, конечно, да. И, значит, подарили нам вот гетры адидасовые, очень красивые. Ну, как... Дело не в красоте, ребят. Главное вот то, что это было там, именно оттуда. И обзор я сделаю, ну, сегодня точно уже не сделаю, завтра я сделаю обзор и постараюсь еще... сделать видео про свой состав FIFA World Cup, там просто бомба, а не состав. Я, конечно, не знаю, вам понравится вам или нет, но вот засниму состав, потому что очень крутой. И, значит, и обзорной формы. Но это будет завтра. Но самое вот интересное, что, значит, подарили мне почему-то сначала 44 размер. У меня 40 размер ноги. А мне дали 44, вот представьте. Хотя там уточняли, какой размер нужно, ну, какой размер вы хотите. Мы уточнили 40,
А мне дали 44-й, но мне пришлось потом поменять, потому что я понял, что они очень огромные. 44-й. Это не у каждого мужика такой размер. Ну, конечно, не знаю. Вот в этом, да, плане мне не очень понравилось. Но зато вот как мы репетировали, да, сначала вот кажется, да, вам, то, что это легко. Просто вынесли флаг, посидели и все. Но там действительно, вот, я посчитал 9 действий, и все эти действия действительно такие, ну, надо задуматься над ними. То есть 9 действий у нас было, я посчитал. Давайте я вам расскажу. Первое, это сложить флаг. Второе, ну, в общем, ну, выйти, да, раскрыть флаг, пройти, остановиться, значит, повернуть, пройти, опять повернуться, сесть, потом, нет, стоп, постоять надо, пока играет музыка, потом сесть, прослушать гимны, встать, убежать. Ну, в общем, конечно, я не знаю, я долго это все запоминал, но вот у меня все очень хорошо получается. Хотя на тренировках я как-то недоумевал. Не, я все делал, конечно, правильно, но было еще как-то страшно, непонятно. Думаю, блин, а как я на поле буду делать, если здесь нам подсказывают, а на поле-то никто подсказывать не будет. Но, в общем-то, все обошлось. И это очень хорошо. И что еще я хотел очень важное сказать? То, что сам флаг, он кажется с трибун маленький, а я тоже думала, он маленький, но он реально огромный, когда ты его держишь. Это кажется, что он маленький, но он огромный. Ну, так-то и все. Конечно, жалко то, что наша сборная не прошла в 1-2. Там бы Англия, могли бы Англию. Ну, это такие уже моменты. Но я болел за Хорватию, если честно, в финале, но выиграла Франция. В общем, я вам все рассказал, как я вынес флаг. Вы же думали, что на Корея-Мексика выносил флаг, но я вынес. Я выносил флаг именно на 1/4 финала Россия-Хорватия. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Ждите завтра 1 или 2 видео. Обязательно сниму. Вот теперь уже без вариантов. Конечно, я ленивая задница, но не настолько, потому что я чувствую на себе вину, потому что я не снимал видео целый месяц. Ладно. Ребят, всем спасибо, надеюсь, вам понравилась эта новость обо мне. И всем удачи, всем пока!